contribution goes to the camera work, and the cameraman Aziz Zambayev for Harmony Lesson. Oroki Komoni. Присутствуем на пресс-показе дебютной картины молодого казахстанского режиссера Эмира Байгазина «Уроки гармонии». Впервые эта кинокартина была представлена в мае на Берлинском кинофестивале и получила «Серебряного медведя» за лучшую операторскую работу. Работа с оператором происходила очень интересно. Почему? Потому что мы не смотрели очень много картин, мы больше слушали музыки, мы очень много слушали Баха. И после того, как нас отобрали, значит, компетишн в основную программу Берлинского кинофестиваля, ассистент сказал, не зря мы все-таки слушали Баха. В течение года картина завоевала 8 гран-при. Буквально вот недавно последний приз, который взял фильм специальный приз жюри Токийского кинофестиваля. Конечно, значение этого фильма для кинематографа оно огромное, потому что вы знаете, десятилетиями казахстанские кинематографисты мечтали попасть в основную конкурсную программу на фестивале класса А. И впервые это случилось. И не только картина попала в конкурсную программу, но и завоевала «Серебряного медведя». Поэтому эта картина для нас очень дорога. Я хотела узнать, какие у тебя ожидания от фильма. Ты его смотрела? Я фильм еще не смотрела. Я помогаю Миру Байгазину. Дело в том, что это мой однокурсник. И вообще выпуск Дамира Манабая, я, к сожалению, его не закончила, но те, кто ребята закончили, они очень плодовиты. Это Адильхан Ержанов, Серик Абишев и так далее. Артем Ганцев, тоже все снимающие ребята. Поэтому я очень рада помочь Миру смодерировать его пресс-конференцию. Вот. Какие-то ожидания? Ой, ожиданий у меня очень много, они все разнообразные. Я лично не буду оценивать фильм ни как хороший, ни как плохой. Для меня просто волшебно, что наши казахстанские реальные ребята, не какие-то там звезды с неба, делают хорошее кино, которое признают во всем мире. Признают ли в Казахстане? Большой вопрос. О чем фильм не знаю, трейлеры не смотрел, всякие там тизеры не читал. Поэтому, как обыкновенно, я хожу в кино с чистого листа, буду смотреть картину. Брат, слушай. Нормально, проблема с тюрьмой келема. Он да цюшлик пен ары грек. Уақсын да келу грек. Мен кезінде үлкен омрада, братандарға мың емес, 4000 туаттым. Сендері бөде буфетте жүріш едіңдер. Білеміз. Түсінеміз. Ертең бұл қайталана ма? Жоқ, қайталанбайды. Ертең бұл қайталансам, онда атмосфера вообще басқаша болады. Бар кетіңдер. Два кольца или два? Два кольца, два конца, посередине гвоздик. Ага. Пишем? Пей, я подожду. Да нет, ты говори. Нет, ты говори. А, мне говорить о чем? О том, какие у тебя впечатления о фильме. Нет, не обо мне. А тебе мне хорошее, о фильме тоже. Вот, а фильм мне понравился, и мне кажется, там есть что-то общее с Пьетой, по крайней мере, такая же беззвучная обстановка абсолютно. Герой очень такой необычный. Внешне он очень холоден. В душе-то такие потемки, что забудешься. У меня все-таки немножко разгуляет душа. Нет, я гораздо веселее. Вот. Фильм обязательно стоит посмотреть. Я такого еще в нашем кинематографе точно не видел. Мы недавно только вышли после просмотра, надо еще прийти в себя.
То есть, конечно, такой фильм нужно будет осознать, переосмыслить, что хотел показать. Однозначно, это не фильм для широкой аудитории. Поэтому то, что... В смысле, он тяжелый или он слишком глубокий? Он более авторский, наверное, чем попсовый. Впечатление от фильма у меня, всегда после таких фильмов, оно не всегда складывается, но, тем не менее, всегда вот какой-то первый порыв, он, как правило, и остается самым верным. То есть вещь цепанула, и это самое главное. Потому что начинается вроде бы фильм, как обычно, как множество таких арт-хаусных фильмов, вроде бы какими-то такими хорошо известными нам приемами, но со временем понимаешь, что это не просто маскировка своих комплексов и так далее. Здесь все-таки есть история, здесь есть проблема, здесь есть постановка проблемы. Я думаю, что раз оно заявлено как кассовое, то я думаю, это очень даже хорошо. Пишешь? По сюжету представители власти избивают несовершеннолетних и поговаривают, что один высокий... То есть на Берлинале она была в мае, а у нас выходит в прокат только в декабре, и то в ограниченный. Я вот заметила, вы наиболее остро реагировали на сцены именно избиения сотрудниками правопорядка ребят. Ну, мне баранина тоже понравилась, поэтому... Ну, что могу сказать? Наверное, это в наших органах, наверное, этого нету. Вот. Наверное, это было в далеком прошлом, 90-х годах. Может быть, такие методы практиковались. Мы живем в демократической стране. Я верю, что этого в наших органах нету. Вот. Ну что ж, предпоказ подошел к концу. Многочисленные награды и исключительно положительные отзывы о фильме «Уроки гармонии» говорят сами за себя. С вами была Оксана Кольцева. Вы смотрели «Вездеход» на Гонза.кз. Пока.